друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в музей «Панорама. Бородинская битва». Ну что, пойдемте. Друзья, мы только что вошли в музей. О, сейчас пойдем на выставку. Друзья, начинается экскурсия. Карта. Вот смотри. Император Александр I. 801 год. Ой, пошли картины сюда посмотрим. «Бой за знамя» называется. Наполеон во время сражения. Смотри, как красиво. Нравится? Просто красота. Даже пули. Ой, смотри, даже там это даже пули. Это все подлинники, подлинники. Они... Ну, я знаю. Пойдем, не снимай. Переправа через Неман. 1812 год. Опять карта. Карта театра военных действий между Францией и Россией. Багратион, друзья. Баркалы де Толли. Это что такое? Так, это у нас главная квартира вице-короля в пилонах. Так, картина «Дело казаков Платова под миром» 9 июля «Сражение за Смоленск» называется картина.
Тихо. Так, это все. Почитайте, видите. Готовально принадлежала Эмзову, Кутузу принадлежала. Это бронза, сталь бронза. Ткань шелковая и бархатная. Смотрите, имя Кутузова. Кутузов. Вау, какая красота. Сколько портретов вообще. Обалдеть. Это все подлинно. Я знаю. Очень красиво, да? Прям как настоящее. Обалдеть просто. Чашки интересно смотреть. Это все золото, это все фарфор. Атака литовцев. Эскиз. Вау, как же написано, как же вот эти масла нанесены на этот вот ткань, или как это называется. Обалдеть просто. Обалдеть. Это вот карта опять. Ну, это, наверное, полностью вот карта битвы. А это вот телевизор и показывает, как все было вживую. Я так понимаю. Да, оно двигается, друзья. Пойду на другую сторону. Как я люблю вот такие большие картины, да? Смотрите, давайте вдруг вот так вот, издалека посмотрим.
как будто вот реально, да? Обалдеть. Друзья, просто шикарная выставка. Приходите, не пожалеете. А мы сейчас поднимаемся выше. Друзья, поднимаемся смотреть панораму. Thank you.
друзья, продолжаем просмотр. Тут книги у нас, да? Смотри. Да. Сейчас попозже. Какие? Да. Много различных картин. Очень много. Это что? Это тоже монеты? Встань, тебя сфотографирую. Я же включил. Что ты ушла там? Стой, тебя сфотографирую. А теперь вот сюда ставлю. Угу. Давай. Еще раз. Пошли. А тут темно. Вот туда вставай. Вот сюда. Стой. Вот здесь встань еще, вот здесь. Вот здесь, все, замри. Раз, два, три. Еще раз. Теперь вот сюда. Красиво, да, как, смотри, как по-настоящему. Повернись ко мне. А нет, посмотри, какая красота. Нас чуть не спалили.
Стой, стой, стой. Друзья, ну что, все, мы просмотрели панораму битвы. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Все, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.